Спикер южнокорейского парламента поздравил казахстанцев с Днем независимости. Свое обращение к жителям нашей страны председатель Национальной ассамблеи Республики Корея сделал после встречи с иностранными журналистами в Сеуле, в которой участвовал наш собственный корреспондент Владислав Цой. Мун Хи Сан пока еще не был в Казахстане, но намерен посетить республику во время форума спикеров парламентов Азии и Европы, который пройдет в сентябре следующего года в Астане. 19-й год обещает быть прорывным в двусторонних отношениях. Помимо спикера парламента, весной следующего года запланирован официальный визит президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина в Казахстан. Казахстан. Отношения между Казахстаном и Кореей можно охарактеризовать как братские. В 27-летнюю годовщину независимости Казахстана хочу пожелать укрепления дружбы между нашими странами, усиления сотрудничества между республиками, а Казахстану продолжать укреплять свои лидерские позиции в регионе и мире.